Так, ну вот наша стрелковая дистанция. 20 метров. Размер залона где-то там. В общем, чуть меньше 40. Попадает вообще без всяких проблем. С этими стрелами особенно офигенно идет. Да, вот легкие стрелы вообще класс. В общем, залез я на этот замечательный пригорок. Я думал, я там постреляю сверху вниз, снизу вверх. Вот, вы можете видеть, сколько здесь травы. Я, конечно, боюсь растерять стрелы, но проблема в том, что я даже мишень здесь не увижу. Буду искать более подходящее место. Вот что мне нравится. Очень четко выдерживается горизонталь. Ну, а все прицел. Окей. Итак, 30 метров. Ой, пока с огуру лазить, это просто капец. Трава скользкая. Стреляю деревом. Я не ожидаю, что я попаду с первой попытки, но самое главное, обратите внимание, как это видно с фотоаппарата, с телефона. Ну, будем считать, что повезло. Ну как с телефона, это далеко выглядит. Пойду поставлю еще разок. Нет, мне все-таки не повезло. Мишень сломала стрелу. Вот что бывает при стрельбе в таких условиях. Ну, попробуем еще разок. Странно, высоко. Пристрелка. Подожди, что в одну и ту же точку упал? Почти. Да, все выше. Смешно. Ну что? Сломаем еще одну стрелу. Стой. Стой. Тридцатник. А мишень чуть ниже, чуть меньше 40 сантиметров. Так, вот с этой стрелой сейчас будет облом.
она тяжелее, я пытаюсь угадать по прицелу. Слушай, а учитывая, как она попала, ну ладно, все, хлопка не было, не зачет. Рядышком не считается. А вот это считается. Он точный, он обалденно точный. Я от него балдею. Давайте посмотрим, что там настрелял. Вот здесь моя первая серия. Стрелы реально были легче. Но... ну, легли шустренько. Куча есть. Точности нету. Согласен. Так. А вот что я с тридцатника разнобоем деревом настрелял. Очень скользкая обувь. Вы не поверите, это капец. Один раз, да, виноват. Ну, я этого ожидал. А все остальное, вот этот квадрат чуть меньше 40 сантиметров, то есть 30 метров. Я человек, который тренируется редко, у которого более чем скромные стрелковые данные, с 30 метров показал, ну, такой вот результат. Деревом разным. У меня сейчас нет комплекта. Между прочим, несколько человек мне обещали комплект. Наверное, все-таки его не прошло. Пришло время. Но лук прощает очень-очень много. Он действительно, черт подери, хороший. А сейчас я постараюсь не навернуть. Снимай.